Парламентарии предлагают снизить пенсионный возраст спасателям. Сейчас они выходят на пенсию в 63 года. Но в таком возрасте тяжело работать на высотах, под водой или в пожароопасных зонах, так считает Магеррам Магеррамов. Еще одно предложение – разрешить пожарным иметь второй дополнительный заработок. Сейчас законом это запрещено. Много вопросов и по обеспечению спецтехникой, экипировкой, говорит депутат. По его словам, есть регионы, где за 30 лет не построено ни одного нового пожарного депо. Увеличить численность и укрепить противопожарные посты в предгорьях, лесных и степных местностях. Снабдить их, к примеру, дронами для противопожарного контроля. Шестое. Предусмотреть обязательное участие специалиста противопожарной службы на этапе проектно-сметной документации при строительстве, а также при приеме в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, промышленных и социальных объектов и иных зданий, предусматривающих массовое пребывание в них людей.